Добро пожаловать в Сан-Мишуна. Это новый красочный город из дополнения The Sims 4 «Жизнь в городе». Жизнь в большом городе начинается с поиска первой квартиры. Выбрать идеальный дом еще никогда не было так просто. Потому что у квартир, как и у симов, есть черты характера. У вас много детей? Ищите квартиру рядом с хорошими школами, и оценки у детей будут лучше. Хотите завести новых друзей? Ищите квартиру с чертой характера, место для праздника. Черты добавят преимущества или же трудности. Их целое разнообразие. Познакомьтесь с Джордан. Она недавно живет в Сан-Мишуна. Она выбрала квартиру с низкой арендной платой. Ужасная сантехника. Четвероногие друзья и неисправная проводка — лишь некоторые из ее прелестей. Вы всегда можете позвонить специалисту, но некоторые проблемы исправить, увы, не получится. Со временем ваши симы смогут переехать в новую квартиру с хорошими чертами, что облегчит их жизнь. Например, Джордан – начинающий художественный критик. Она сможет повысить уровень нужных навыков в квартире с быстрым интернетом и быстрее получит повышение в этой новой городской карьере. С новой квартирой появятся и новые соседи, хорошие соседи, громкие соседи и соседи, которые ходят к вам в душ. Они могут стать злейшими врагами или же лучшими друзьями. Дайте им ключ от квартиры, и они будут заходить к вам в гости. Новая игровая консоль не даст им заскучать, а Джордан заведет новых друзей. Новые знакомые будут приглашать ваших симов гулять по городу или в гости, чтобы провести расслабляющий вечер на диване в пентхаусе. Благодаря фантастическому местоположению и потрясающему виду, пентхаусы – лучшее жилье в городе. Вы можете снести все стены и разместить на крыше сад и бассейн. Или даже собственную баскетбольную площадку. Создайте райский уголок в городских джунглях Сан-Мишуна. Джордан явно нравится жить в большом городе. Начните жизнь в городе, найдите идеальную квартиру, познакомьтесь с соседями и постройте отменный пентхаус.